Ой, мужик, душишь. Ой, как душит, боже, как же он душит. Ой, как... Какой же я клоун, блядь, это пиздец. О, шестой. Нейтральный крип. Нейтральный крип его убил. Ой, как можно ливнуть, да? Я даже с мясами тебя убью. Мразь. Всем привет! Всем привет, ребят! Вы на канале Влад Впадлу. И мы начинаем игровую ситуацию на Алхимонстрике. Хочу очень сильно сыграть через первый спелл. Очень сильно. Безумно сильно. А еще безумно сильно можно быть первым. Как мы все знаем. Поэтому... Ой. Я промахнулся по крепселю. Как мне сказал один чувак, я ему подсказал, что на алхимике можно... кидать эту. Ой, я мог же два стака сделать. Ой, я глупый человек. Заготовочки на будущее делаем. Пока ставим эти стаки. Я, честно говоря, пока побью мелких. Ой, я вспомнил, что я очень сильно хочу сделать. Во-первых, ту тучку кинем. Побежим за вот этой штучкой. Оп, 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 оп. Он еще пак сюда не подошел. Раз, два. И сразу туда, чтобы кентавр ничего не делал. Ой, легкий, легкий четвертый, легкий. Отлично. О, перезарядочка. Вот это вообще, это на лучший талант, который у него есть. Потому что это какая-то постоянная проблема, если честно. С этими... О, шестой. Не, ну тут, конечно, сейчас уже спрейка надо... Все, сейчас уже будем фармить. Мне уже страшно за них. Хотя пак, по идее, он сюда точно не придет. Так, уже кильчики пошли. Ну, крипы тоже неприятные. Так, все, добиваем их. Он бы хотя бы сакрит какой-то. Отлично, идем. Возьмем, наверное, урон. Возьмем сакрит. По идее, мы клещу как раз добиваем. Блин, можно еще один попробовать сделать. Ладно, хватит, я думаю. Нормально сейчас станет будут. О, монетку. Так, прекращайте. Оп, на косарик всех обогнали. Скорость мне не нравится. Вот восстановление здоровья, это прям шик. И сразу возьмем следующую шмотку Эктарин и тапочек. Радик у нас такой будет просто на драку. Как же больно ему бью. А, я не успел купить Радик, кстати. А я думал, я успел. Ой, сори, что-то я попался. То у меня реген, ну, не такой, как я хотел бы. Так, чуть-чуть отойдем сейчас, тут подхилимся. Как же я замедлен. Жесть. Ну, какой он прикольный. Оп, 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 оп. Ой, мужик, душишь. Ой, как душит, боже, как же он душит. Я вообще не двигался, максимально не двигался. Ну, я думаю, это не столь страшно. Даже те 300 голды не так страшно потерять. Хотя, неприятно, будем честны. Неприятно. Ну, что делать?
Я не рассчитывал тут столько урона получить. Ну, этот персонаж, точнее персонаж. А как его зовут? Чудо-век. Угу, понял тебя. Зря я это сделал, я умру сейчас. Нельзя отсюда вообще выходить. Мне мана нужна, блять, надо было манго взять. Ой, как... Какой же я клоун, блять, это пиздец. Ну почему я парю такие охуенные видосы, блять? Как можно умереть от лича, блять? Пак, этот бездарный меня убил, блять, клоун. Это просто пизда. Нейтральный крип. Нейтральный крип его убил. Ой, как можно ливнуть, да? Это прям хейт. Это прям хейт. Не, ну разная хуйня была у меня в жизни. Вот это вообще перебор какой-то уже. Ну куда ты теперь уйдешь? Пускар пришел с дезолятором тем временем. О, я тебя убил, чему я тебя убил. Ну а нахуй Пускара я не ожидал, конечно, уже. Честно, вообще такая херовая ситуация в этой игре. Опять же, Нетворс не пахнет. Ну как ХПМ падает, это просто забей. Не на любом персонаже так ХПМ не падает, как на этом. Я не знаю, пока будем фармить. Руны, 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 руны. Баунти вообще этот чел не берет. Не, ну дагерочек нужен, чтобы с колбы можно было прыгать. Нормально там урона наносить. Фактом, что веселиться тоже. Чё у тебя? Ну, он просто уходит, ладно. Практически невозможно. Я отсюда не уйду, мужик. Надо ему, блин, тут вежен поставить.
Не, ну мужик, ну это моё, блядь. Ты за это поплатишься. Прости, но так дела не делаются. Сооружения укреплены. Your tower is under attack. Тоже вообще чел, ну прям настолько нагло уже все делает. Сооружения укреплены. Так, ладненько. Сэф, кстати, убил Кусика. Надо просто сало какое-то купить и все. Я не успел. Че, просто клик нажать. Такие неприятные мужики, конечно. Вот это хорошая штука. Вот это вообще очень сочно. На меня кинули. Мэм Сильбук. А если я просто вот такую шпотку возьму? Максимально неприятная штука, то что я не понимаю пока как это убрать, я потом после игры всегда забываю. Возьмем ее вначале, а потом уже. Пак умер, от кого пак умер? А тут Хускар где-то. Ну я его не сильно боюсь, что-то. Мне на него вообще без разницы. Кираску по-любому надо брать, это все физушники, ну вот все герои физ. Вот каждый из них это физушник. Как не играть тут с кирасой, непонятно. Ой, минус 4 секунды перезарядки, я тупо на перезарядках. Я перезарядочный. Он фармит, это просто забейте.
Так, хорошо. А, тут же не край еще точно. Сооружения укреплены. Сооружения укреплены. Да, алхимик, конечно, по бабкам просто вырывается безумно. Перезарядка 6 секунд. 12 секунд перезарядка. Это слишком сильно. Ну что, ты арбу? Блин, повезло на самом деле ему чуть-чуть. Ну, он меня видел, тем более. Драться я уже не буду. Почему? Да просто потому что. Не хочу. Просто не хочу. Ой! Ударился. Так. А маны вообще нет. Ой, а зачем я это сделал? Сюэлленс. А, жду ульту и хочу кого-то убить, наверное. Не знаю, Сефа прям не хочется прям убивать. Не то, что не хочется, и не факт, что мне хватит пуки на него. Потому что он все-таки тоже хайп тестный. Сейчас я маны пойду отрегеню. Сферы вообще на оксид почти все, кроме брони. Сейчас хочу смокнуться. А, подожди. Да ну ёперный ты, блядь, задрот. Да ну это ненормально, они как будто тимят, я не знаю. Просто пак стоит АФК, а он идет на меня постоянно. Я на самом деле неправильно в эту кастомку. Типы там бегают, что-то стараются.
Сооружения укреплены. Хейт-шоу какой-то. Хорошая шмотка. Клоун. Вот сюда. И в один момент вдвоем на меня бежали. Это какая-то реально... Не знаю, надо тут, наверное, постоять, сейчас почилиться. Надо будет подготовиться к, этой, к этому крипвейву. Сколько она действует? 16 секунд. Хотя бы за 10 секунд надо начать кастовать тут. Денег у меня мало, с учетом, что у СФ столько же. Не вижу какого-то оверперефарма прям сильного. Пока умер. Ну ладно, справился я очень даже неплохо. Ну, Фусик очень сильно играет. Ты заспанился, мужик. Хускар? Иди, блядь. Чуть еще меня не убил. Ха-ха-ха, я тебя убил. Блин, у меня нетворс, она в два раза больше, я еще радуюсь. Я хочу 150 набить. Хочу анимчик. Минус перезарядочка. Сатаники вот эти доедалось, мне вообще не нравятся. Отключение. Не, ну пак, пора реально, ты такой мразотный.
Упси, переборщил мужичок. Байбек и все. Ой, или у тебя нету байбека? Ой, как жаль, как жаль. Если нету байбека, то очень грустно, они снесут тебе базу. Не, ну shit happens, как бы, я бы не расстроился бы на твоем месте. Фишка, что они рутят, конечно. А где моя шкала, где написано? 150, вот эти, где написано? Ой, база почти упала. А, вот, надо. Ну, ты приходи еще, познакомимся. Блин, я только купил аним, блин, вообще не купился у меня. А что у сефа вообще? Я даже... Ну попробуем на колдуриках там как-то отыграть сейчас. Что мы тут купим? Что-то я могу еще вообще купить. Попробуем шарш еще нафармить. Да что тут, в принципе, нафармить? Надо хотя бы дагер какой-то сделать. Могильный дагер, спиздец. Не, вот, вот это сферы, да-да-да-да-да. Это вообще другое. О, отличный талик. Жаль, я не успею... Что, не успею? А, вот эту штуку нафармить, 150. В самом деле удобно было бы. Можно попробовать еще так отыграть. Через фаст аганим. Как по мне, не такая уж плохая идея. Можно еще попробовать эту. Ладно, эту уже не успею. Шуй, Сефа. Бабочка, блин, бабочка. Не попадаю даже по ней. Ну, короче, главное подождать его БКБ, по идее. Ты застанился? А я застанился. Ой, ну тут он уже лучше отыграл. В этот раз он не так глупо напал, на самом деле. Ты где-то сильно будешь стоять, мужичок. Я даже с мясами тебя убью. Мразь. Ой. Ну я не знаю, я бы даже выпустил бы эту игру. Насколько иногда вот... Насколько вот игра хочет тебя захейтить, ну каким-то чудом ты выигрываешь. Я эту игру даже сейчас выпущу.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and